инвестиций имеется еще и другое, не менее важное, социальное измерение. К сожалению, уже 4 года ни одного вклада в рабочую силу не сделано. То, что минимально пытается урегулировать это все, съедает инфляция, и люди остаются при тех же самых низких заработках, которые сегодня существуют. И нас, конечно, вопрос интересует. Если вкладываются деньги в технику, значит, надо вкладывать и в рабочую силу. Кто будет на этой технике потом лучше работать? Потому что это самый главный вопрос. А сегодня, к сожалению, ответа на эти вопросы нет. Ну и самый банальный вопрос — это то, что если они эти тепловозы все-таки привезут, это еще затраты не последние. Потому что самый серьезный вопрос — это обслуживание, гарантия и так далее, и так далее. Если тепловозы были бы с России, их выгнал в Россию, там сделали, пригнали обратно, а как они в Китае будут поставлять, неизвестно. Или китайцы будут сюда присылать. Данная ситуация вновь отчетливо показала, насколько слабо осознают некоторые эстонские политики взаимосвязь между политикой и экономикой. Особенно, когда речь идет о том, что не похожим на все государства, как Китай, для которого проблема Тибета является весьма непростой, как исторически, так и политически. Андрей Петушкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Этой осенью у большинства жителей Эстонии увеличатся расходы на центральное отопление. Департамент конкуренции.